Давайте начнем с того, что Оля у нас такая спортсменка. В прошлом году ты куда ездила? В Чебоксары. Заняла какое место? Четвертое. А ты плаванием специально занимаешься? Нет. Чем? Плаванием. Она четвертое место вот в Приволжском федеральном округе заняла по плаванию. Ездила в Чебоксары. Вот, собственно, а еще когда ты участвовала в такой спартакиаде? Ну, мы ездим в город тоже, ну, на спортивные игры, там тоже подтягивания, бег 60 метров там. Ну, я тоже первое место по бегу взяла. А скажи, ты со скольки лет занимаешься спортом? С 12. А в соревнованиях принимаешь участие со скольки лет? Тоже 12. А сейчас тебе сколько лет? 15. То есть за 3 года такие большие успехи. Рассчитываешь на то, что в этом году тебя тоже ждут такие же выездные соревнования, первые места? Да. А скажи, что нужно для того человеку, чтобы пошел заниматься спортом, добиваться каких-то высоких результатов? Ну, так-то надо почаще заниматься спортом, ну и тренироваться. Ну, там, на физре, там, на уроках. Еще тренировки какие-нибудь проходят вот у нас. Вот я хожу тоже. Угу. А учеба как помогает? Обычная учеба, обычные уроки или наоборот, как бы немножко мешает? Нет, помогает. А в школе ты хорошо учишься? Ну, не так уж. Да, то есть ты считаешь, что все-таки твое призвание – это спорт? Да. Ну, а какие секции посещаешь? Ну, сейчас так-то никаких. Я занимаюсь сейчас школой. То есть только физкультура? Да. Какие вот соревнования? Что они для тебя лично значат? Для тебя, для вашей команды? Надеешься ли ты стать одним из тех участников, которые будут представлять Ульяновскую область в Кирове 12 сентября? Ну да. Я рада буду, что я что-то для детей делаю. Ну, буду делать, если я сейчас вот, ну, выучусь и поступлю там, ну, на физрука или там еще на какого-нибудь.